Всем добрый день! Я рада вас приветствовать на моем канале Хобби и рукоделие. Сегодня я хочу связать с вами вот такой вот красивый ажурный узор. Вяжется просто, выглядит эффектно. Это односторонний узор. Вот его изнаночная сторона. Очень аккуратненько. Лицевая сторона. Для узора нам необходимо набрать четное количество петель. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, не снимая с левой спицы, делаем на правую накид. И еще раз провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Таким образом, у нас вместо 2 петель образовываются 3. Вот еще раз 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И так продолжаем вязать до конца ряда. Так выглядит узор, провязав первый ряд. Приступаем ко второму. Кромочную петлю снимаем. Теперь, смотрите, мы правой спицы вводим между вот этими группами по 3 петли. Между ними вводим, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Вот, у нас получается, как вернули петлю на правую спицу. И теперь 3 петли левой спицы провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Вот. И снова наше вязание возвращается к исходному количеству петель. Провязываем между группами петель рабочую нить и 3 вместе лицевой за заднюю стенку. И так мы вяжем до конца ряда. Между группами 3 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот так довязали до конца ряда. Лицевая сторона нашего узора. Вот, собственно, и весь узор. Сейчас я провяжу еще несколько рядов, и вы посмотрите, как данный образец смотрится в большем количестве рапортов. Теперь вот повторяем с первого ряда. Снова провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Повторяем. Еще раз. И кромочной провязываю изнаночной. Смотрите. И второй ряд. Делаем петлю между группами. 3 вместе лицевой за заднюю стенку. Петля между группами. 3 вместе лицевой.
Вот наш образец. Вот наш второй образец. Я провязала несколько рядов. Вот так вот красиво выглядит первый образец. Если вам нравятся данные узоры, видео, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!